Здравствуйте, друзья, на канале Mr. Good Channel One. Сегодня я сделаю обзор распаковки телефона LG G6. Так, смотрим на сам телефон. Очень хороший экран. Камеры очень хорошие. Есть разъем 3.5 под наушники. Телефон защищен по стандарту IP68. Здесь установлен процессор Snapdragon 821, 4 гига оперативной памяти, 32 встроенный. Есть сканер для блокировки. Данный телефон я советую всем покупке в 2018 году. Так, также комплектация идет руководство для пользователя, крепко для извлечения карты памяти сим-карты, зарядное устройство на 1,6 ампера, шнур, наушники, обыкновенные наушники. Кабель для зарядки, разъем USB Type-C. Данный смартфон мне очень понравился. Очень отличная камера. Мне очень понравилось, всем советую для покупки данный смартфон. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если будут вопросы, задавайте под видео. До свидания.